Всем привет! В этом видео самая короткая и самая понятная инструкция, как пользоваться розетками с таймером. Меня зовут Эмир Шейх Серж Эль-Джази, я блогер, добавляйтесь в друзья, подписывайтесь на канал. Я в свое время, когда хотел купить себе такую розетку, посмотрел огромное количество видео, все они очень длинные и непонятные, поэтому я решил записать свое короткое видео, раз, два, чтобы вы сразу поняли, как пользоваться этими девайсами. Значит, смотрите, девайсы бывают разные. Единственное, что у них одинаковое, вы должны понять, что вам нужно поставить время. То есть, да, это часы. И это часы. Значит, на любом из этих девайсов мы ищем стрелочку. Вот такую вот. Она малозаметная. Сразу непонятно, о чем идет речь. Здесь она вот стрелочка. Вот видите, здесь тоже на белом плохо видно. И на других видео это плохо видно. Стрелочка вот здесь вот. Вот она. Вот где мой палец, вот тут есть маленькая, малозаметная стрелочка. Эта стрелочка, это критически важно. Потому что на место этой стрелочки вы выставляете текущее время. Например, сейчас у нас, вот здесь показывает стрелка, как вращается циферблат часов. То есть, да, это часы. Предположим, сейчас у нас 12 часов. Мы ставим 12 часов, и как только вы воткнули этот прибор в розетку, часы начали работать. Они будут работать у нас вот так вот, крутиться, крутиться, крутиться. Это как бы первое, что вы должны понять. Второе, что нужно понять. Различными лепестками, ну в данном случае вот так вот, мы ставим время, когда розетка включается. Здесь лепестки немножко другие на такой розетке. Здесь лепестки вот так вот включаются, нажимаются, нажимаются, отжимаются. Разницы никакой. Значит, дальше что происходит? Когда время подходит к этим лепесткам включенным, или зубчикам, как их называют, опа, у нас включилось электричество. Потом раз, электричество отключилось. Вот и все, что вам нужно знать. Еще один момент, который тоже меня вводил в заблуждение, когда я искал себе подобную розетку. Что вот это сбоку, тут какие-то штуки и так далее. Дело в том, что они на всех розетках разные. Но предназначение у них в принципе следующее. Если вы видите вот такой рычажок влево-вправо, как здесь, это значит, что розетка имеет возможность отключения и работы как обычная розетка и режим работы как таймер. На вот этой розетке такого рычажка нет. То, что вот здесь вот это изображено, это индикация, идет сейчас электричество через розетку или нет. Единичка это значит идет, ноль это значит не идет. Все, вариант либо такой, других вариантов нет. И что еще хочется сказать, что вам нужно знать, прежде чем покупать, это шаг часов. Вот смотрите, здесь на один час приходится 1, 2, 3, 4 лепестка. То есть шаг идет 15 минут. Есть розетки с более частым шагом 10 минут, есть розетки с более редким шагом полчаса и даже 1 час. То есть на каждый час у нас будет всего лишь один лепесток. Ну вот, с вами был Эмир Шейх Серж Эль-Джази. Я думаю, что вы благодарны мне за это простое видео. Покупайте эту розетку. Кстати, стоимость ее колеблется от 250 рублей, ну или, грубо говоря, там от 3 евро, если вы в Европе, и до там бесконечности. Вот. И еще хочу сказать, что есть электрические таймеры, которые по цене, в общем-то, адекватны вот этому, но электрические более запутанные. У меня есть электрический таймер, я запишу еще видео об нем. Они более запутанные. На самом деле, вот эта штука, она более простая и надежная. Вот. Всем привет! Подписывайтесь на мой канал прямо сейчас, ставьте лайки, добавляйтесь в друзья в социальных сетях и так далее и тому подобное. Как обычно, в видео использована моя оригинальная музыка, я музыкант. Заходите на сайт, скачивайте бесплатно мои треки, ссылка будет в конце видео. Всем пока! Говорят, будто жизнь полосатая, словно зебра. Но бывает и так, что напомнит она.